Перфекционист — это идеальный неудачник. Перфекционист — это состояние идеально, а это значит никогда. И перфекционизм — это угроза для счастливой жизни. Это патологическое такое отклонение, которое не является психиатрией, но которое обязательно лучше оставить в прошлом. Такой атавизм, который вам мешает жить, вполне возможно, еще с самого детства. Что же необходимо сделать для того, чтобы перестать быть перфекционистом? Ну, первое, выявили патологию перфекционизма. Второе, действуйте, но не говорите. Обязательное условие — действовать. Третье, не пытайтесь понравиться всем, это невозможно. И четвертое, научитесь делегировать дела и ответственность другим.